Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном видео. В этом уроке я хочу вам показать виджет «Анимированный бэкграунд». Анимация происходит, сейчас вы видите у себя на экранах, вот такие вот анимированные линии. Цвета линий можно задать произвольные. Некоторые линии, они статичные, а вот некоторые у нас имеют анимацию. Данный виджет хорошо подойдет в качестве бэкграунда. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как устроен данный виджет. Из библиотеки, как обычно, виджет я перетаскиваю на холст. Он у нас сразу встает по ширине в 100%. Можете разместить его там, где вам нужно. И за ползунки можете увеличить область этого бэкграунда, где будет происходить анимация вот таких вот полосок. Если мы посмотрим на настройки, то у нас есть три вида полосок и три вида цвета. То есть вы просто кликаете по первому цвету Color и выбираете свой цвет, то есть соответствующий вашему дизайну, вашего лендинга, да? Я беру просто произвольный, чтобы вам просто показать, как он работает. И ниже идет ширина, точнее толщина вот этим вот линиям. Можете поиграться, посмотреть. Дальше Color — это вторая линия. Также поставлю другой цвет, чтобы сразу было видно, какой цвет какой линии принадлежит, так сказать. Также здесь размер можно какой-то произвольный поставить. Enter. И у нас есть еще третья линия. Мы с вами выбираем какой-то еще цвет. Так, возьму какой-нибудь вот такой, или красный. Ну и здесь сделаем, например, потолще. Максимально можно поставить 30. Так, сейчас я его растяну до конца. В принципе, вот все настройки данного виджета. Давайте посмотрим в браузере. Вот сейчас вы видите, у нас анимация происходит именно на одной полоске. То есть она тут дублируется именно вот на красной. Другие полоски у нас задуманы так автором. Они у нас не анимированы. Их нельзя анимировать. То есть вы имеете в виду, нижние настройки — это как раз идут настройки для полоски, которые у нас анимированы. Остальные, вторая вот и первая, они у нас анимацию не имеют. То есть вот, в принципе, и все. Вот такой вот простенький виджет. Если вас виджет заинтересовал, вы сможете скачать его у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!